программой, заминки какие-то. Ну, так а по новости. Александр Михайлович, иди. А что по правилам? Ну, я кажу, наверное, пение. Так что давай. Дорогие запорожцы, надежда есть! И эту надежду принес нам на землю тот, который сотворил эту землю. Имя ему – Творец, Отец Небесный, который Сына Своего послал в этот мир, который стал как человек и родился в убогих яслях, в кормушке, для того, чтобы всякий мог теперь прийти туда и увидеть его. И это счастье для каждого человека, независимо, что бы ни происходило на земле. Божье Слово и то, что Господь обещал, его невозможно изменить. И никто это не может сделать. И это есть твердый фундамент нашей жизни. Я всегда говорю, мне честь петь и говорить о моем Боге, который пришел в этот мир и стал как человек, чтобы быть подобным и доступным для всякого живущего на земле. И об этом песня. Спасая всех от земных невзгод, настоящий человек, настоящий Бог. Самарянкой найден свет у Христовых ног. Жаждал он как человек, а поил как Бог. Жаждал он как человек, а поил как Бог. Лазарь мертв, и он при всех слез держать не смог. Плакал он как человек, воскрешал как Бог. Буря, ночь, не виден берег, волны бьют челно. На корме спит человек, шторм смиряет Бог. На корме спит человек, шторм смиряет Бог. Ад и смерть, злобу и грех победить он смог. Умер он как человек, а воскрес как Бог. Кто ему свой грешный груз с верой не принес, тем известен человек, незнаком Христос. Тем известен человек, незнаком Христос.
Дорогие друзья, Библия повествует, что когда родился Иисус Христос там в Вифлееме, была ночь. И вот внезапно на небе просветил яркий свет, и явились ангелы. Написано «многочисленное воинство небесное». Ангелы, мы знаем, что это служебные духи, они имеют интеллект, они имеют чувства. И вот они умеют радоваться, умеют печалиться, умеют торжествовать. И мы знаем, что они в гармонии с Божьей волей всегда трудятся. Они делают то, что Богу угодно. И они постоянно в труде и работе. Но вот сейчас, в эту ночь, когда родился Иисус, что-то произошло, что они оставили всю работу. Все явились, огромная армия ангелов, которая воспевала «Слава Вышний к Богу, на земле мир, в людях благоволение». Друзья дорогие, мир принес Господь. Люди этот мир потеряли первые, ослушались Бога, а Иисус Христос пришел дать этот мир. Умерить эту вражду между Богом и человеком, умерить Божий гнев в отношении к человеку. И теперь всякий человек, который приходит, Господь прощает его. По одной только причине, потому что Иисус родился для того, чтобы в свое время быть распятым за грехи наши. Написано, Он добровольно взял нашу вину, чтобы мы во веки веков не были осужденные. И всякий, написано, верующий в Него не судится, но перешел от смерти в жизнь. Зараз я хочу співати пісню про Голгофу, тому що там трапилось те, що ніколи люди не думали, що так може статися. Прийшов Христос, і Він був розп'ятий за нас з вами. Пісня називається «Голгофський подвиг». Голгофський подвиг житиме повіки, його століття з пам'яті не струть, його не може темрява покрити, від нього ріки прощення течуть. Він як маяк, що вказує дорогу, яка веде блакитні небеса, з душі знімає смуток і тривогу, дає прозріння, творить чудеса. Любові Божої не можна загасити, її великі води не залють. Голгофський подвиг вічно буде жити, до нього й зараз тисячі йдуть. І кров свята, яка з Христа стікає, дає душі спасіння і життя. Вона єднає, милує, прощає і відкриває світле майбуття. І з ним боролись, міфом називали, а щирих послідовників Христа томили в тюрмах, звірам віддавали, жорстоко розпинали на хрестах. Пілат нейрони, іроди жорстокі, вели за пекло з Богом боротьбу. Але ж любові Божої потоки дощем зливали істину святу. Любові Божої не можна загасити, її великі води не залють. Голгофський подвиг вічно буде жити, до нього й зараз тисячі йдуть. І кров свята,
яка з Христа стікає, дає душі просіння і життя. Вона єднає, милує, прощає і відкриває світле майбуття. Знайшов ще стежки до спасіння, чия душа страждає і болить, хто вже не має сили і терпіння, ви до Христа Голгофа прийдіть. Голгофа сили нові вам дарує, очистить душу, зніме весь тягар. Душа воскресне, нас собі відчує, Голгофський подвиг – це Господній дар. Любові Божої не можна загасити, її великі води не залють. Голгофський подвиг вічно буде жити, до нього й зараз тисячі йдуть. І кров свята, яка з Христа стікає, дає душі спасіння і життя. Вона єднає, милує, прощає і відкриває світле майбуття. Дорогие друзья, больше 30 лет тому назад, вот там, в Интуристе, в том ресторане, в банкетном зале, мне не раз приходилось веселить людей, свадьбы, дни рождения, торжество. Но если бы мне тогда сказали, что мне придется петь и говорить об Иисусе Христе на этой площади, я бы никогда не поверил в это. Но это чудо, что Бог сделал со мною. Бог простил все мои грехи. Несмотря на то, что я имел что-то в жизни, уважение, может, друзей, знакомых, но оставаясь один на один, душа искала намного большего и лучшего. И пришел момент, когда Бог дал мне это большее и лучшее. Что такое быть прощенным? Быть прощенным – это быть свободным. Что такое быть свободным? Быть свободным – это быть счастливым. Что такое быть счастливым? Это знать, для чего ты живешь, и куда ты идешь, и что ждет тебя в будущем. И поэтому, что бы ни происходило на этой земле, Бог дает человеку счастье, потому что Он сотворил этот мячик, этот круг земной, на котором мы сегодня с вами живем. И Он дал жизнь, и Он хочет, чтобы всякий человек нашел его в этом мире. Бог дает счастье, но возьмем ли мы его? Песня называется «Навстречу вечности». Как быстро время нам плюсует годы, душа, как прежде,
планами полна. Уходят вещи, вышедшие с моды, только как в детстве светится луна. В душе года, как деревья колечки, за слоем слой, из опыта и слез. Но что б я делал в жизни скоротечной, если бы в ней отсутствовал Христос? Но что б я делал в жизни скоротечной, если бы в ней отсутствовал Христос? Он со креста шагнул в мое сознание святою правдой, сердце озарил, привел меня однажды к покаянию, за руку вел и истине учил. В душе года, как в дереве колечки, за слоем слой, из опыта и слез. Но что б я делал в жизни соротечной, если бы в ней отсутствовал Христос? Но что б я делал в жизни скоротечной, если бы в ней отсутствовал Христос? Теперь спешу навстречу вечной жизни, и пусть мелькают даты как слова, над миром тучи черные нависли, тьма против света силы собрала. Но победил Христос все силы ада, после креста оставил гроб пустым. Теперь довериться ему лишь только надо, рукам пронзенным, праведным, святым. Теперь довериться Христу лишь только надо, рукам пронзенным, праведным, святым. И кто доверился, не пожалел. Вы знаете, друзья дорогие, всегда, когда приходит праздник Рождества, ты замечаешь, что оно не надоедает. Что-то происходит в твоем сердце, происходит в твоих мыслях, и ты понимаешь, что ты нужен Богу. Дорогой друг, ты тоже нужен сегодня Богу. Но Он не может тебя заставить поверить в Него. Начни Его искать. Потому что Он дал тебе жизнь. И Он с нас спросит, как мы ее прожили на этой земле. Мы все согрешили до одного. Библия говорит, все до одного негодные. Но Иисус Христос взял нашу вину, гнев Божий на себя, чтобы нам не отвечать перед Богом. И поэтому для меня Господь сегодня не судья, а мой Бог, который однажды простил мои грехи. И об этом Боге, о Его любви я также пою песню. О Боже!
Боже мой, какое счастье с тобой тиши поговорить, как другу верному все честно сказать, совета попросить. Моя скала, моя защита, мое спасение, пастырь мой, мой Бог, мой любящий учитель, моя надежда, мой покой. Какое чудо ты, друг мой, и возлюбил свое дитя. От пуль земных хранишь собою, Господь мой щит, скала моя. Моя скала, моя защита, мое спасение, пастырь мой, мой Бог, мой любящий учитель, моя надежда, мой покой. Закрыто небо черной тучи, но для меня ты солнце свет, ты самый верный, самый лучший, таких, как ты, на свете нет. Моя скала, моя защита, мое спасение, пастырь мой, мой Бог, мой любящий учитель, моя надежда, мой покой. Моя скала, моя защита, мое спасение, пастырь мой, мой Бог, мой любящий учитель. Слава Ему!